Добрый день, дорогие партнеры, добрый день, друзья. Меня зовут Генрих Эрдман, я являюсь партнером компании LR в квалификации вице-президент. И сегодня я приготовил видео, в котором решил подвести итоги 2012 года и рассказать вам о том, что же компания планирует сделать в 2013 году. Ну и прежде всего, с самого начала я хотел бы поздравить каждого из тех, кто сейчас смотрит это видео, с наступающим 2013 году, либо с наступившим, если вы его смотрите уже в 2013. Пусть здоровье и счастье войдет в ваши дома и дома ваших близких. Успехов вам! Ну а сейчас давайте перейдем к 2012 году. Это был первый полный год, когда компания LR не просто пришла в Россию, а провела его с первого до последнего момента на российской земле. Конечно же, в 2012 году был открыт и Казахстан, и мы об этом тоже немного поговорим. И, конечно же, мы все ждем 2013 год как рестарт в Украине, где все мы, конечно же, мечтаем построить большой бизнес. Но я хотел бы сказать, что 2012 год – это прежде всего год России, год Российской Федерации. Но так уж случилось по факту, мы об этом можем говорить. Что мы увидели? Мы увидели огромную платформу в виде компании LR, в виде тех событий, в виде тех региональных центров, продуктов и так далее. Давайте обо всем по порядку. В первую очередь, специальные бизнес-дни – это большие широкомасштабные мероприятия компании для всех партнеров, абсолютно из любых стран и регионов, прошли у нас в Москве, и в феврале, и в октябре месяце. В Казани прошел региональный специальный бизнес-день, в котором принимал участие в том числе Томас Хёрсен, как и во всех других мероприятиях. Мы провели это мероприятие в апреле с большим успехом. И на этом мероприятии присутствовало в два раза больше, нежели чем планировалось участников. И, конечно же, летом, в июле месяце, прошел первый специальный бизнес-день, который был приурочен подготовке к открытию. Этот бизнес-день прошел в Астане, естественно, открытию Казахстана. Это мероприятие, которое проводила компания, они прошли с разной степенью успеха в плане организации, но уж чего не отнять. Это действительно огромный ажиотаж, огромный интерес и высокое качество того обучения, которое давали и партнеры компании, которые приезжали из Германии, и сотрудники компании, и, конечно же, Томас Хёрсен, как директор по международным продажам и по обучению. Естественно, такой момент, как специальный бизнес-день, всегда подкреплялся фабриками. И начиная с мая месяца фабрики 21, в системе фабрик 21, мы стали проводить уже по всей России. И посмотрите, мы провели уже две фабрики в Москве. Мы провели фабрику в Санкт-Петербурге, в Казани, в Челябинске, Екатеринбурге, Череповце и Ульяновске. И, безусловно, это только начало. Фабрика 21 – это формат, в котором топ-лидеры компании передают свой опыт всем тем людям, которые хотят стать 21%-никами, то есть выйти на квалификацию младший лидер группы. И по праву открыть первую фабрику в Москве мы все были рады видеть этого человека. Его зовут Хольгер Кунат, это номер один, это президент компании. Вот право открыть эти фабрики, конечно же, принадлежало ему. И сейчас вместе с нашими спонсорами Филиппом Робияром, Аленой Самсоновой, мы провели огромное количество фабрик. Я горжусь тем, что я был на каждой из тех фабрик, которые проходила в течение 2012 года. Конечно же, в 2013 году вряд ли я уже смогу повторить это своеобразное для себя достижение, но абсолютно точно могу сказать, что фабрики будут развиваться, и мы будем проводить фабрики и на юге России, мы будем проводить фабрики и в Сибири, и в Казахстане, и в Украине. И, конечно же, это только начало вот этого большого профессионального и уже даже не базового, а такого специального обучения от топ-лидеров компании. Естественно, что десятки бизнес-дней. Я даже не могу перечислить то количество городов, где мы на ежемесячной основе запустили уже бизнес-дни. Где-то бизнес-дни проходят уже в течение последних полугода, то есть настолько регулярно, что каждый месяц проходит бизнес-день. Сотни до тысячи людей собираются уже в зале, и мы видим, как вот эта система ежемесячного обучения
зарекомендовала себя, является очень эффективной. Более того, мы запустили систему еженедельного обучения, и естественно, что каждый из наших младших менеджеров проходил специальное обучение, по крайней мере, имел такую возможность, имеет возможность взять все необходимые материалы для организации и бизнес-дня в городе раз в месяц и еженедельного обучения. Все это, конечно же, части огромной большой системы образования, о которой я сейчас говорю в течение вот этого ролика. И все это является некой платформой, некой основой. Для чего? Вот для тех академий, которые, кстати, проходят каждый раз и во время фабрики, и во время специального бизнес-дня в России, в Казахстане и будут проходить в Украине. Но апогеем всего этого обучения, уже высшее образование, это, конечно же, Академия лидеров групп в штаб-квартире ЛР в Алине, Академия лидеров организации на производственной базе Mercedes в Бремене, Академия серебряных лидеров организации в Лейпциге, в Германии, на производственной базе Porsche. Все это уже высшее образование, которое партнеры начали получать в ЛР. Мы видим, как десятки и десятки людей, то есть только в Ален 5 групп выезжало в течение 2012 года, получают свое высшее образование. Поверьте мне, все те люди, которые приехали и прошли обучение от топ-лидеров из Германии, от профессуры из Германии, которая преподавала основу сетевого маркетинга, от, конечно же, Томаса Херсона, от всех тех людей, которые помогают нам развивать бизнес, все это дает свои плоды. И вот Академия – это вершина вашего образования в компании ЛР. И, безусловно, каждому из нас стоит стремиться попасть на эту вершину и пройти. И лидеры из России убедились в этом самостоятельно, пройдя все обучение, которое было предоставлено. Конечно же, у нас был саммит лидеров в Турции. Это мероприятие прошло у нас в октябре. Это и обучение, которое мы проводим уже для партнеров квалификации 21% младшие лидеры группы. Мы показываем этим партнерам, как стать серебряными лидерами организации. И это обучение дает свои плоды. Когда я смотрю на наши группы, я вижу уже как минимум 4. В этом месяце появляется 5-я группа, в которой есть серебряные лидеры организации. Не один, есть группы, в которых уже по 2 серебряных лидера организации. И, конечно же, мы были рады в числе 100 участников, ну, 70 участников плюс наши семьи, 100 человек собрались на первом саммите лидеров Турции. Обучение было настолько эффективным, что уже в следующем месяце, в ноябре, мы зафиксировали практически рекордный уже для текущего оборота рост. И я уверен, что все участники получили огромное удовольствие и от того, что наши дети общались друг с другом в кругу богатых, успешных людей, и в том, что мы могли отдохнуть, поделиться планами, поделиться опытом, ну и просто провести счастливые эти 5-6 дней в кругу единомышленников. У нас было первое путешествие от компании, не так много партнеров приняло участие из России, но кто-то не смог поехать, кто-то не успел квалифицироваться. Нас пригласили вместе с супругой, мы очень благодарны руководству компании за то, что нам дали такой wildcard попасть в этот кипящий котел огромного количества лидеров из различных стран. Это было целое приключение. Мы были и в пустыне, и на Красном море, и на Черном море, и в Петре. Это каждый день сумасшедшие какие-то шоу, рестораны, пати. И, конечно же, это контакты и возможность сотрудничать с большим количеством лидеров ЛР из различных стран, которых мы сейчас, конечно же, присоединяем к развитию наших групп. Вот путешествие, программа путешествий действительно работает, и в следующем году едет уже огромная группа в Марокко, а через год мы в 2014 году отправляемся в Африку, где-то ближе к ЮАР, где-то в непосредственно самом сердце Африки, там, где бродит все, начиная от бегемотов, жирафов, заканчивая львами. Вот мы с вами отправимся именно туда. Это эксклюзивное, уникальное, элитарное путешествие. И всем я вам желаю в 2013 году квалифицироваться. Как это сделать, мы с вами поговорим чуть позже. Во второй части этого видео я очень подробно об этом буду говорить. У нас было большое количество рабочих встреч. Я нигде и никогда за 15 лет, проведенной в индустрии сетевого маркетинга, не видел, чтобы руководство, первый, второй, третий человек компании, такой крупной компании, которая уже делает фактически $500 миллиарда оборот, приезжала в Россию буквально каждые 4 недели, иногда и чаще.
Вот, например, в декабре месяце, кроме того, что мы виделись с руководством в Германии два раза, Патрик Сосман, директор по развитию компании, приезжал в Россию и каждый раз встречался с нами, с партнерами, и каждый раз мы, естественно, говорили о тех сложностях развития, которые существуют. Они есть, они будут в следующие 5 лет, потому что если мы выросли в 8-10 раз за этот год, то и компании, естественно, нужно было нанять 8-10 раз больше сотрудников. Мы очень благодарны Хольгеру Кунуту, который приезжал не раз в Россию для проведения рабочих встреч. Мы видим, как компания серьезно относится к развитию бизнеса. Это не просто некий такой дистанционный партнер, нет. Это партнер, который приезжает и строит бизнес вместе с нами бок о бок. Это говорит о мощи компании, о серьезном отношении, о видении большой перспективы, которая ждет, естественно, весь рынок СНГ. Ну и, конечно же, Гала-бал. Это последнее вот такое воспоминание. Посмотрите, это всего лишь один год. И, в общем-то, все серебряные лидеры организации имели возможность посетить абсолютно все события, о которых я только что говорил. Даже бронзовые лидеры организации. В общем-то, на Академию Porsche в этом году и даже бронзовых лидеров организации приглашали. Вот представляете, фактически настолько вот насыщенным получился 2012 год, первый полный год. Естественно, не для всех, кто-то принимал участие только в городских бизнес-днях или в еженедельных школах, а кто-то просто жил ЛР на полную, да, и вот таким человеком был я все это через себя пропустил, поэтому я вам об этом рассказываю. Фантастический гала-бал, который перекрыл вот все те ощущения, которые были лично у меня еще в предыдущем году от этого мероприятия. Это элита, это возможность присоединения к этой элите, это бизнес-встреча, на которой нам рассказывали о том, что нас ждет в 2013 году. Это счастье, это наслаждение, когда вы видите то, как преуспевают ваши партнеры по бизнесу, когда их признают на сцене большой в Берлине. Это шоу, это знакомство со звездами. В этот раз было 4 звезды из всех тех людей, которых вы видите на нашем Старбоксе, в журнале. Мы видели 4 мегазвезды, которые были на этом мероприятии. Естественно, мы имели как партнеры возможность пообщаться, познакомиться. Гала-бал в Германии. Ну и, конечно же, сотни наших партнеров получили в этом году автомобили от компании. Сотни в 2013 году. Это будут 1000. Конечно же, программа Polo – это программа кредитования, но начиная от программы Mercedes и Porsche – это лизинговые программы. Если вы твердые 21%, у вас полностью оплачиваемые Polo, поэтому закрытие квалификации – это прежде всего 21%. Но мы видим, как работает автомобильная программа, как она интересна людям, как она популярна и какое количество людей получает автомобиль. Буквально каждый день наши партнеры получают автомобили. Новые продукты и акции. Это сопровождало целый год. Вы знаете, в России, в Казахстане пока еще не все продукты запущены. В Украине 99% продуктов. Ну, во-первых, у нас появилась новая линия Lavangli от Брюса Уиллиса. Фантастический парфюм. У нас запустилась специальная линия по уходу за лицом Росины. Это бюджетная линия, которая может позволить себе любой человек. Зачем ходить в супермаркеты? Можно покупать в ЛР даже сейчас бюджетные серии. Это линия Росин по уходу. Все то же самое, что я сказал по уходу за лицом. Вот по уходу за телом, за головой. Powerlift для любого возраста. Подтяжка лица. Это фантастический продукт. И, конечно же, у нас появлялись такие небольшие серии. Ну, скажем, спа. Да, вот появилась целая линия. Как так незаметно компанию я запустил, потому что столько продуктов запускается. Посмотрите, самое главное, что я, например, для себя отметил, это, конечно же, линия Slim Active. Супы и коктейли. Супы и коктейли. Ну и у нас появилась новая программа «Быстрый старт». Она уже 3 месяца, и в подарок теперь дарятся часы. Некая такая часть отличия. Все те люди, которые выполнили «Быстрый старт», мы их теперь видим. Мы видим часы и сразу понимаем, что это серьезный человек. И, конечно же, акции, которые проходили и проходят прямо сейчас. Например, прямо сейчас можно купить 2 геля и получить 3-й гель в подарок. Это вот буквально в конце декабря эта акция проходит. И нас компания балует. Вот только подумайте, как это все можно поднять, как это все можно организовать вкупе с нашими еженедельными вебинарами, вкупе с нашей программой 10 шагов, с теми инструментами, которые мы готовили, 10 шагов к увеличению дохода с ЛР, вкупе с тем обучением, которое мы приготовили для младших менеджеров и так далее. Это был
действительно год построения огромной махины, огромной империи. Вы должны понимать, что все это ЛР, и все это пришло всерьез надолго. ЛР – это не секс на одну ночь, как говорит Томас Херсон, это любовь на всю жизнь. Но все это сопровождается не только какими-то достижениями, не только действиями. Это, конечно же, фантастическая атмосфера. Я хотел бы сказать спасибо каждому из партнеров, спонсорам. Спасибо всем партнерам из параллельной группы за создание этой великолепной атмосферы. Лично я знаю очень многих людей, мы просто счастливы в том, что собрались все вместе. Люди вот такие, с такими качествами, вот такого сорта уж, позвольте мне сказать, вот так, собрались в одном месте. Я вам хочу сказать спасибо, и я очень счастлив, что вы вошли в мою жизнь, и я тоже, в общем-то, каким-то образом вошел и в вашу. Ну, а теперь я хотел бы подвести некий финансовый итог. Мы с вами говорим не о каком-то бинаре, не о какой-то матрице, не о какой-то компании-однодневке. Мы с вами говорим о серьезной компании, которая пришла сюда и пришла на многие годы. В ноябре прошлого года, ну, пока декабрь не закончился, я не могу подводить его итоги, но вот в ноябре 2011 года оборот моего бизнеса, группы, составлял 188 тысяч баллов. Я не могу подвести итог всей компании, каких-то других партнеров. Я вижу прежде всего свой бэк-офис, поэтому о себе и говорю. Но уверен, то же самое происходит и в бэк-офисах моих спонсоров, у многих партнеров из параллельных групп. И посмотрите, что, естественно, у наших партнеров. Вот, я вижу еще больше рост у некоторых своих партнеров. И посмотрите, рост оборота в 8 раз. То есть сейчас уже до 1,5 миллиона долларов, фактически балл – это практически доллар, да, один в один, до 1,5 миллионов долларов. Вот такой вот рост. 8 раз. Мы говорим о классическом маркетинг-плане. Лично я, например, сейчас мой регулярный доход порядка 50 тысяч долларов. Да? И это только начало, потому что я уверен, пройдет полгода, эта цифра будет 100 тысяч долларов. И я вижу, какое количество ребят начали зарабатывать. 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, 5 тысяч долларов. И колоссальное количество людей. Мы видим на фабрике, сцена просто трещит, когда мы вызываем 21% лидеров групп, лидеров организации. Это те люди, которые зарабатывают 30, 70, 100, 150 тысяч рублей. И, естественно, это ненормально, что все мы зарабатываем такие деньги, потому что для того, чтобы зарабатывать деньги в бизнесе, нам нужно потратить несколько лет для того, чтобы во всем разобраться, всему научиться, набрать людей, построить группы, организации. Но просто кто-то уже имел опыт, и у него это получается быстрее. Так вот, я вам предрекаю, что в 2013 году, в 2014 году вы увидите огромное, в 10 раз большее количество людей, которые начали зарабатывать 1000, 2000, 3000 долларов. И в отличие от каких-то мелких, вот приходящих-уходящих компаний, знаете, таких вот бинаров, завуалированных бинаров, матриц, монопродуктовых компаний и так далее, таких однодневок, да, которые вот взлетают и падают. Когда я смотрю на обороты президентов, вот смотрел сейчас Марка Ридл, да, 20 лет в компании, 20 лет в компании. И, нет, простите, 18 лет в компании. Рост оборота каждый год. Каждый год рост оборота и каждый год, естественно, рост выплат. Это просто фантастика, никогда, нигде я не видел, и в моей жизни никогда этого не было, и никогда в моей карьере в всем маркетинге не было такого стремительного развития при таких оборотах. Спасибо всем партнерам, спасибо компании, спасибо этой махине. Знаете, если у вас не было такого роста в 2012 году, есть несколько вариантов. Первое. Вы пока не готовы. Пока не готовы, вам нужно научиться, нужно стать и нужно быть ключевым человеком для того, чтобы в какой-то момент с вами произошло то же самое. Это, знаете, как бамбук, о котором любит говорить Алена Самсонова. Когда вы высаживаете китайский бамбук, в первые 5 лет никаких видимых изменений не происходит. На поверхности просто небольшой росток. Весь рост происходит внутри, точно так же, как и у нас. Растут навыки, способности, и мы ментально созреваем. Но что происходит с бамбуком? Растет корневая система и вглубь, и вширь. И уже на 5-й год, буквально в течение нескольких недель, буквально за пару месяцев, на 20 метров вверх выстреливает бамбук. Поэтому вполне возможно, это ваша ситуация. Второй момент. Вы не действуете.
Третий момент, ну тут вообще не о чем говорить. Если не действуете, не действуйте. Если нет 30 встреч в месяц, 3 первых линий в месяц, значит вы не действуете. Следующий момент. Вы действуете, но действуете не по системе. Вы действуете не по системе «Фабрика-21». Все, ребят, о чем говорить? Не ждите больших результатов. Хотите большого бизнеса, нужно сложить все элементы воедино. Огромный рост оборота. Посмотрите, я, например, смотрю на свой оборот по итогам 2011 года. Правда, это был не первый полный год. Всего лишь полгода я был в ЛР, но все-таки это 800 тысяч баллов. И 2012 год. 11 миллионов баллов. Вот это действительно для меня некий показатель. И я просто в шоке от того, что есть. Но это все закономерно. Потому что если уж сюда пришла такая огромная компания ЛР, если мы имеем такую систему развития бизнеса, то куда нам деться? Мы и дальше будем развиваться в том же темпе. Итак, в 2012 году мы провели первый полный год. Я хочу добавить еще раз, что большое количество лидеров проводило колоссальное количество вебинаров. Мы проводим по понедельникам на постоянной основе вебинары. Мы, естественно, с вами запустили большое количество инструментов. Мы стали по-новому проводить встречи, мы стали по-новому запускать людей в бизнес. Все это дает эффект, все это, естественно, дает результат. Но то, что делает компания, компания не успевает за нами расти. Посмотрите, ну если мы растем 8-10 раз, ну как компания может расти тоже 8-10 раз? Естественно, при таком широком ассортименте продуктов у нее возникает колоссальное количество трудностей. Мой вам совет, если вы хотите преуспеть в этом бизнесе, ведите себя как директора больших предприятий с оборотом в сотни миллионов долларов, а не как базарные бабки, которые плачут по каждой причине, по каждой проблеме. Мы вместе строим бизнес. И я призываю вас быть лояльными, если вы хотите преуспеть в этом бизнесе. Поверьте мне, я вам не начальник, кому-то из тех, кто смотрит, я не спонсор. Да и при чем тут спонсор? Я просто такой же партнер, как и вы, который приходит строить этот бизнес. Так вот, если вы будете тратить всю свою энергию и силы на какие-то трудности роста, вы будете распыляться и никогда не достигнете успеха. Хотите успеха, сосредоточьтесь на самом главном. Что самое главное? 30 встреч в месяц, 3-5 новых партнеров в течение каждого месяца. Я это делал, я это делаю, и 2012 год, за который хочу сказать спасибо абсолютно всем вам, это просто фантастика, и это показало, насколько огромным является проект ЛР, насколько этот проект полюбили в России, в Казахстане, в следующем году в Украине. Но давайте с вами посмотрим, а что же нас ждет в 2013 году. Итак, приоритеты компаний и лидеров на 2013 год. Ну, во-первых, непрерывное улучшение уровня сервиса. Это и колл-центр, это увеличение числа сотрудников, и это доставка из регионов. То есть региональные склады тоже начнут в близлежащие регионы отправлять продукцию. Откуда мы об этом узнали? Мы были на специальной встрече в Германии с руководством компании, где нам была представлена программа. Коротко я ее покажу чуть дальше. Второй момент. Развитие и открытие центров продаж, новых центров продаж. Во-первых, на подходе открытия центра продаж в Казани. Будет открыт второй центр продаж после Астаны в Казахстане в Алмате. И еще два центра продаж будут открыты в России. Первый в Сибири, второй мы не знаем. Может быть в Сибири, может на Дальнем Востоке, а может быть еще один региональный центр в Поволжье. Новые помещения в Екатеринбурге, в Уфе, в Санкт-Петербурге. Мы выросли, надо переоборудовать, нужно найти новые помещения. Екатеринбург первый. И, конечно же, Киев, Киев. Это и новое помещение, и рестарт, и все мы с нетерпением ждем того, чтобы фактически уже наконец-таки компания запустила эту огромную страну. Новый формат специальных бизнес-дней. То есть компания увидела, что два бизнес-дня последние, один из которых прошел в Казани в апреле, и второй в октябре, они прошли не так хорошо, как должны были пройти. И с технической точки организации было допущено большое количество ошибок. И сам формат, он будет меняться. Несколько встреч у нас было в Германии, несколько встреч было в России. Мы кардинальным образом меняем сейчас этот формат, и вы уже увидите в феврале в Казахстане и в апреле в России совершенно другие бизнес-дни. И как, когда и какие бизнес-дни будут проводиться? В апреле и в сентябре в России, в Москве, в Казахстане 17
02, это февраля 16-17 пройдет в Алма-Ате. И также осенью будет также выбран какой-то город, где будет проходить. И в июне, в июле в Украине пройдет первый большой специальный бизнес-день от компании, который фактически и запустит, произведет рестарт, перезагрузку в Украине. Четвертое. Введение новых продуктов и проведение ярких акций. Во-первых, Каролина Куркова, новый парфюм, новый косметический набор, Новопура, все, что есть для ваших, все, что нужно для ваших волос, муссы, лаки, маски, гели и все-все-все, даже расчески, вот я видел в немецком каталоге, вот это целое направление Новопура приходит в наши дома. Slim Active чай. Некоторые любят пить чай, и вот чай, компания полезный для похудания, вводит, и вот наконец-таки мы с вами получим коктейлем к супам. Микросильвер – это огромное направление с частицами серебра, это и дезодоранты, это и пасты, это и мыло, это шампуни, это абсолютно все. Микросильвер, крема после бритья для мужчин, ну чего там только нет, это огромное направление. Ну и для всех тех, кто хочет быть здоровым, оставаться здоровым, супер омега-3. Ну и, конечно же, бижутерия. Уже в феврале, в марте, к 8 марта мы увидим первый подарочный каталог уже с первыми ювелирными украшениями и бижутерией от LR. Это не все приоритеты компании, но я хотел бы сделать паузы. Каждый из вас должен понимать, что и Академия для лидеров групп, для лидеров организации, для серебряных лидеров организации в Германии пройдут в течение всего 2013 года. Насколько я помню, 8 или 9 поездок запланировано для лидеров из России. Это постоянная программа повышения нашего образования. Это высшее образование в этом бизнесе. Это бизнес-образование. Это некий MBA внутри LR. И у каждого из вас есть возможность абсолютно бесплатно пройти это образование. Более того, компания от Москвы, от Астаны оплачивает дорогу, естественно, полностью проживание и питание. Нас ждет глобальная гала-конвенция в 2013 году. Что это значит? Впервые все партнеры в квалификации лидера организации выше в течение 2 дней будут проходить обучение и отдыхать в Германии. Как я понял, это будет город Мюнхен, и в Мюнхене соберутся абсолютно все. Поэтому отличный повод стать лидером организации. Посмотрите, если вы лидер организации, вы уже зарабатываете 70-100 тысяч рублей, 150 тысяч рублей. Вы уже поедете на глобальную гала-конвенцию, вы будете квалифицированы. У вас будет Mercedes, что немаловажно. Вы пройдете обучение в Алине за счет компании, посмотрите производственную базу, и вы попадете на производство Mercedes и пройдете обучение в центре Mercedes в Бремене. Представляете, какая вас ждет карьера? Но более того, вы еще сможете и квалифицироваться на отдых в Африку. Да, всегда только лидеры, бронзовые лидеры организации выше могли принимать участие в этих приключениях. Но здесь и сейчас компания объявляет фактически конкурс на 2013 год. Вам важно подключиться 3 января в 19:00 к нашей школе, к нашему вебинару. И Хольгер Кунат откроет программу «Как стать лидером организации в 2013 году, получить Mercedes, 2 раза съездить в Германию за счет компании, квалифицироваться на гала-бал и съездить в Африку». Вы можете кардинальным образом изменить свою жизнь в 2013 году. Такого путешествия не может себе позволить никто. Даже если вы зарабатываете 5000 долларов в месяц, вы не можете себе позволить. Вам нужно откладывать очень много и очень долго для того, чтобы квалифицироваться на такое путешествие в Африку. Почему? Потому что в районе ЮАР, вот то место, куда мы поедем, самые дорогие отели как раз в этой области. И это природа. Это лоно природы, это то, что невозможно купить ни за какие деньги. Естественно, не забывайте, это элитарное путешествие от LR. LR организует это путешествие так, как никто не в состоянии себе, за вами не просто ухаживает, вас носят на руках, и это приключение. Все ждем сафари, все ждем охоты. Приоритеты компании, давайте продолжим. Путешествие для лидеров организации, ключевая встреча 3 января в 19:00, ее будет проводить Хольгер Кунат и другие лидеры, где Хольгер Кунат предоставит четкий план, как стать лидером организации в 2013 году. Не пропустите эту школу, не пропустите.
около 1000 участников. Тот, кто первый заполнит, в общем-то, комнату, ну, в общем-то, и все. Всем остальным уже не удастся зайти. Запуск новых онлайн-инструментов. Компания запускает онлайн-академии, они уже будут проходить от компании. Компания запускает обучение по продуктам. И также будут созданы страницы для партнеров и для лидеров. Это будут платные страницы, но для лидеров, для обучения будут все инструменты для вебинаров и так далее, так, чтобы мы могли коммуницировать со своими партнерами. Для партнеров, если вы хотите кому-то из знакомых показать, что такое LR, у вас будет своя персональная страничка, вы ее сможете купить, настроить и создать. Ну, не то чтобы я сторонник вот таких страничек, скорее всего, даже нет, но такая возможность есть. Итак, вот это все будет запущено компанией. Улучшение и запуск командных сайтов. Это уже касается не компании, это уже касается нас. Итак, у нас есть три системы. Система 1221, это система, которую вы, ну, во многом, может быть, не знаете, кто-то знает, но это система Артема Балана, одного из наших спонсоров, и очень толковая система. Team Alatar, вы знаете, что есть сайт у Team Alatar с великолепной презентацией, он будет развиваться, и сейчас это будет тоже часть системы. И система 21, система LR21. Все это мы объединяем под единый бренд, и этот бренд — Фабрика 21. Теперь все мы называем Система 21. Все самые топистые лидеры сейчас объединяются. Ну, не все, конечно, есть и другие, но имеется в виду именно в нашей вертикали, именно в нашей спонсорской группе. Все объединяются под эгидой Фабрики 21, и мы начинаем обучение. Это и новый формат Фабрик 21, и это усовершенствованный формат многих инструментов, видео, планировщики. И самое главное, что мы делаем, мы запускаем образовательные программы CD и DVD. У колоссального количества наших партнеров нет времени для того, чтобы смотреть онлайн-школы, чтобы посещать даже какие-то базовые школы. Мы им предоставим CD и DVD. У колоссального количества партнеров нет времени, и они могут это слушать на аудио, когда готовят, например, суп на кухне или едут за рулем автомобиля, едут в метро или в общественном транспорте, в плеере. Мы все готовим, вот эти вот образовательные программы. В 2013 году все это стартует. История успеха, техники, то, как находить людей, то, как приглашать, как спонсировать, как запускать бизнес, стратегии развития бизнеса и личностный рост. Вот все это приоритеты компании лидеров на 2013 год. Безусловно, это колоссальная возможность. Все то, что я перечислил, это может повлиять на ваш бизнес в том случае, если вы будете действовать. Вот в целом это вот такой план, который я вам сейчас представил, но вот сейчас это план от компании, да, и вы можете увидеть внизу, посмотрите, только Академия, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 выездов российских групп на Академию, не считая гала-бала, не считая путешествия в Марокко, не считая нашего саммита в Турции. Это будет безумно насыщенный год для вас, для лидеров. Моя личная цель — помочь большому количеству партнеров, вам в том числе, если вы будете желать действовать, стать лидером организации, квалифицироваться на Африку, получить Мерседес, начать получать 100 тысяч рублей и больше. Ну а в целом, если мы посмотрим не только на 2013 год, стоит помнить о том, что компания хочет создать 15 тысяч лидеров организации к 2020 году и создать оборот в 1 миллиард евро. Из этого оборота 50% компания видит на восточных рынках. Это Украина, Россия, Казахстан и Турция. Уж не знаю, как Турция сюда попала, но поверьте мне, и Россия, и Украина, и Казахстан займет самую большую часть. И это значит, что если половина оборота компания выделяет на эти страны, то и половина лидеров организации тоже будет из этих стран. То есть 7500 лидеров организации появится в трех наших странах и в тех странах СНГ, которые будут открываться в ближайшие годы. Ну, не в 2013 году, никаких стран не будет открываться. Но дальше, в следующие годы, до 2020 года. И поймите меня правильно, это 7500 лидеров организации, люди на Мерседесах, с большим доходом, прошедшие высшее, получившие высшее образование, внутренний такой MBA, как я его называю, академия,
в компании. Вот что это такое. Сейчас весь вопрос, в чьих организациях будут эти люди. Для начала вам нужно стать лидером организации. Именно поэтому я вас приглашаю на онлайн-конференцию 3 января 2013 года с участием Хольгерта Куната. Ссылку вы получите вместе с этим видео. Я благодарю вас за то, что вы выслушали меня, за то, что вы подвели вместе со мной итоги 2012 года и поговорили о том, что нас ждет в году 2013. Желаю вам успеха с наступающим Новым годом или уже с Новым годом, если вы слушаете это видео в январе. Моя цель – помочь вам и всем тем партнерам, которые меня слушают, стать лидерами организации в 2013 году. До встречи 3 января в 19:00.